наверное, полгода. Это много всего добавили с новым DLC. А DLC что-то дохуя денег стоит, блядь. Один бежит, это слева, слева парень попал. Это самый левый ангар на... Вижу, да. Я его вижу. По бронежилете. Ну как бы не в нём, а теперь в нём. О-о-о. Е-е-е. Штаны на этой хуйне. Штаны на этой хуйне. Нету. Дима, где ты видел? М-ку нашёл. Кого я видел? Людей. Я не видел никого, я видел штаны. Штаны видели меня, здесь второй шлем лежит. Камер, тебе надо? Да. Оу-оу. Оу-оу. Е-е-е. Дровак лагает. Про нас забывает. Пинг стоит. Я без бронежилета. А нет, что? О, я нашел прицел X8. Это неплохо. Есть сайга с патронами, если кому-то не хватает оружия. У меня не хватает, но я найду. Мог бы выделить. Надо залезть наверх. Ко мне подходите, юшеньки, к сожалению. Вижу, его перебегает. Дропнул. Правого склада, если что, на зиму тебе Норс-Вест под подъемными кранами, самыми норс-вестовскими. Поняли меня? Надо, я видел. Будем брать. Ладно. Тепленьких. Блять, там двое? Ну конечно, этот только вырубился. Нет, нет, я... Может четверо? Ты видел двое или только одного? Я одного вырубил, один перебегал. Вот там, где ты, Рада. Как раз, что он тут один был. Похоже, что где-то в контейнерах спрятался. Видишь? Кто? А, вижу его. Где? Лол, что? Его не спасали, походу. Он, короче, улег, а потом умер, нахуй. И такой сижу, с ним такая, что за хуйня, блядь. М-ка, кому надо? Мне. Крамеры, положил тебе X8. Блядь, такая хорошая штука, на самом деле, пиздец. Я же охуел, мне очень жаль было с ней распрощаться. И пламя-гаситель в челике есть, крамер, для тебя. Могу тебе X2 дать. А у меня есть, спасибо. Ладно, давайте дальше аккуратно, да? Ты мне, наверное, в городе. Тебе надо почёчную ставку? Да, давай. Окей. Стрельба идет. Она не налазит. Может, он как раз к своим убежал? Посмотри, как может, потом найдем что-то еще. Три ангара он как раз в ту сторону убежал. Три ангара не лутали. А у тебя не, что, СПС? А, на карте, значит, ты на ЛМ. А что по кругу? Блять, надо будет уезжать, парни, причем уезжать быстро, пиздец. Что за этим поедем? Не вообще, самый поедем худший вариант, но предхужий. Хужий, блять, предхужий. Предхужий, так и назовем этот. Предхужий вариант. Дима, хуже вариант. Три ангара. Да. На второй шлем был, если крамер не забрал. Кстати, ебать гранаты забрал. Нормальная тема, да? В последнее время, да, что мы их активно используем. До этого вообще не использовали, а сейчас активнее стали. А только в ближнем бою. Да, да, не, обязательно. Типа, главное хорошенько подержать, чтобы бросить, чтобы она в воздухе перед ебалом взорвалась. Рада, спаси нас опять. Я просто пробил, нажимаешь. А ты уверен, что это хорошая идея? Там хуёво. Ну, я просто ставлю людей кругу, чтобы ориентироваться. А, понял. Вот там гораздо лучше, куда поставили, да? Нет, хуйня тоже, блядь. Парни, что-то вообще пиздец. Давайте лучше на пляж поедем, а? Надо бежать. Вот серьезно, прям туда куда-нибудь. По-другому никак вообще. Везде хуёво. Ты быстро едешь. Надо СД ставить. Димас, нужно подъехать до СМ. Ой, блядь. Да ничего страшного. А чё он думает, что он не умрет? Блядь, а... Да, он не умрет. Нихуя себе, он Крамера чуть не ёбнул. Да хорошо. Дай дроп. Блядь, да иди ты нахуй. Продолжаем. И сейчас еще, тыш, блять, нам бы похилиться перед дропом, потому что Крамер ляжет. Сейчас UMP в болт стрелял. Вот аэродроп, в воде аэродроп, блять. Я поплыву, парни. Или Дима, машина. Может, лодку найдем. Ебаши. Ты уверен, что это хорошая идея? Ну ладно. Ну займите позицию, я поехал искать. Я в позиции, блять. Не стреляй. Оп, спасибо, поехали за лодки. Тут, блядь, УЗИ висит чей-то. Рада, поедешь со мной? Я с тобой. Блять, может лодку взорвать? Это было бы охуенно. Бля, Крамер, слишком жуткое палево. Артиллерия по нам. Чтоб пацаны спокойно лутали. Они по кубику вот. Они лутают еще? Да. Давай на берег, может, не? Давай. Нам бы на лодку, парни. А вы хотите захуярить? Давайте. Мы вам поможем. Не, блять, мы бы их на самом деле накрывали, пока бы вы там хуярили их. Давай тогда мы к ним. Продукт. Мы им не дадим сесть в лодку. Они, блядь, уже сели. Они на берег, они плывут на берег, да.
Бля, надо нас забирать и уезжать, короче. Быстрее, догоняй их, Дима. Догонять их? Догоняй, по берегу могут пешком. Кто стреляет? Дима не стреляет. У меня дамажило что-то. Без абак. Где они? Вот он, дави, перед тобой. Сам прям перед тобой. Вот он левее, левее, двое, блядь. Стреляй, стреляй. Блядь, право идти, не могу, мешает нос, нахуй. Ох, ебать по вам хуярит. Давай, короче, к ребятам. Они залутали, думаешь? Да, конечно. Не. Прям можно. Я их, кстати, хуёво вижу. О, бля, прыгну-ка в воду лучше, там безопаснее. Крамер, ну надо ехать. Давай воду просто, прыг. Зачем воду? Нам бы ехать. Это дамажило. Пока плывет Крамер, нам да. Они по нам стреляют. Жди Крамера сначала. Так надо его забрать, подъехать, ну. Блять, по нам стреляют, а по воде мы бессмертные. Бля, вы же садитесь, не ссыте, а. Бля, Максим, сейчас по ним хуяшник. А Крамер не плывет? Нет. Бля, Максим, сейчас мне надо... Я пытаюсь увернуть лодку. Не надо, не надо. Максим. Да все ты, блядь, че ты? Крамер, давай к нам. Остановись, я буст. Не сейчас, Дима, потом. На 7 секунд, ну бля. Дима, 7. Какие 7 секунд? Мы стоять будем ждать, пока по нам будут хуярить, ну в лодку. Бля, 4 секунды. Вот сейчас бы на по нам уже стреляли, по-стоящему. Да нет, кто не по нам. А по кому это будет стрелять? Я вижу, когда по домам бегут, наверное. Ух, блядь, радуги еб... Ты, это ты ему въебало стрелял! Пиздец, блядь, Крамер мне въебало. Да! Да? Да. Минус шлем, на. С СКСа, блядь, кстати, смотри как. Погнали. Трим. Прямо в ебасос просто. Лодка пролетела только что или что? Слева, слева лодка. Скинул. Лодка плывет на 340. Патроны на калаш. Не палите сильно, может они сейчас захотят здесь припарковаться, слышите? Я X2 тут забираю. Бля, они сейчас будут парковаться здесь. Дальше. Ну дальше им там пизды. Они не слышали. Поплыли дальше. Че, погнали на горку? Там еще дом не залутан. Да, они уплыли. Ну и хуй с ними. Да, надо идти на горку, давай. Какие дома? Че ты хочешь найти там припас? Я буст, у меня один. На мосту, парни, парни, на мосту прямо. А че, мы будем тут стрелять? Я не хочу. Возле нас. А, там, блядь, грузовики добавили, короче. Да, да, мосту. На мосту теперь. Там кемпить идеально теперь можно. Кому не хватает бустов? У меня вообще ни аптечек, ни бустов. У меня аптечка. Могу дать один буст. Тут под себя аптечку одну брать. Ладно, пойдем. Брешка? Да, взял. Крамер вообще бустов нет? Нет. Угу. Пойдем. Вот там. Парень стоит. Ну, у нас тут он завес. Airdrop летит. Где-то здесь, наверное, затусим, да? Вот тут стоит у КамАЗа, пацан. О, едет УАЗик по мосту. Проехал уже. Там хуярят, понял. Он, блядь, загорелся. Я вижу, загорелся, ебать. Челик выпал мертвый из него. Сейчас челик будет лутать, ему дадим пизды. Приготовьтесь. Он в УАЗике или? Да, лута, до того, как лут, блядь, этот, не хуярьте. Он в УАЗике, он вижу. О, он бежит, бежит. Видите его? Видите, он у грузовика справа. Да, да, да. Там сюда че едет. А вы видите ящики с лутом или нет? Я вижу, как он, блядь. Ой, это их там двое грузовика. Ой, блядь, хуярево там. Машина поехала, машина поехала. Они сейчас куда сюда побегут, похуй на машину. Они сейчас сюда побегут, их встретим. Надо занять позицию, чтобы нас не спалили. Блядь, ну нас могут соседние горы убить. Они сейчас сюда побегут, машина, у них нету машины. Приехала. Вон, проехала. Это другая, блядь. Они, наверное, она приехала. Уехала, она уехала вообще. Пацаны у моста стоят двое, блядь, сейчас сюда побегут. Челик наверху сейчас припаркуется. Челик паркуется наверху. Паркуется, блядь, что ты мне рассказывал? Да, я тебе груз моста, понимаешь, мост вот справа лодка. От нас, тут два пацана, блядь. На юго-западе машина припарковалась. Нам нужно срочно эту высоту занимать, там где челик припарковался. Убивать его и занимать эту высоту. Вон еще эти баги. Он сел в машину, тишина. Он блядь стоит. Баги. Если кто-то может со снайперки ему въебало втащить, пока он стоит в машине, убейте. Я не вижу его. Так глушак или нет? Нет, конечно, блядь, ты шо? Он за машиной лежит, за задним колесом. А, ну это не с круги, блядь. Попал ему по ноге, блядь. Бля, кто? Как там он попал? Еще раз попал. Что? Это, блядь, было только что. Ты в меня убил стрелять. Его, все, он труп. Все, я убил его. С
На мосту надо придавить, блядь, челиков. Он уже, блядь, убирает. Двое. На мосту они хорошенько так поранены, блядь, вместе. Их там, блядь, 5 человек бежит. Ку с ним оставляю, блядь. 5 человек сами разберутся. Взрослые дяди. Пиздец, за мостом их там. Перехожу на ту сторону. И вам советую потихоньку не задерживаться. Бля, у меня патронов маловато теперь. Ебать, столько людей погибло. 7 патронов, блядь. На что у тебя? На что тебе надо, Раду? На М-ку. Так сказал бы, я бы тебе выделил чуть. Ну я могу тебе 20. Да ладно уж. У меня есть вектор, если что, там 3 по 13. Ох, ебать, Краймеру проебало разобрали. Вижу на мосту. Два жмуха на мосту. За КамАЗом 2. Снайпер куба. У того пацана, посмотри, есть патроны? Шлем левел 3 есть. Снайперки? Нет. 7.62 есть. Бля, 56? Он бомжеватый, пиздец. 5.56. Бля, бусты есть? Бусты? Да, один. Я заберу буст? Не, ноль. Да, я положил тебе 2. В него, в его труп. Я пошел хуярить. Краймер, откуда по тебе досолили? С моста вроде. Ну, один точно вот с тобой. Да, с моста. Бля, парни, эти челики, которые кемпили до них, там, вдруг бежали, да? Они где-то здесь. Там аирдроп в вашу сторону лечится. Да, вы перешли? Нет, я пока не иду. Х4 могу дать, надо кому? О, мне. Да, мне Х2 такой. Дима, иди сюда. У тебя вообще оптики нет? У меня Х2. На, держи Х4. Пусто. Ну вот сейчас пацанов смотреть, вот Дима, тут сидит с оптикой, вот. Они сейчас сюда побегут. Слышь, Дима? Ага, все, смотри сюда. Можешь кулаками себе окна сломать. Да нахуя я так начну нахуярить. Ой, калаш тут еще есть. Патрон на калаш нужно? Парня, можно к вам, там, блядь, в сарай? Давай. У нас здесь много места. Классно, блядь. У нас здесь хлев. Угу. У меня Х8, я готов, блядь, стать снайперскую позицию против тех трех пацанов. Ну вот, к Диме поднимем. Да, присоединяйся, вот лобби. Заходи. Может, разбьем стекла, блядь, чему? Как не русские. Русские только разбивают стекла. Ебать, среди машин. А, все поздно. Кто закрыл дверь снизу? Я. Блядь. Больше не дергай двери. А, сейчас. Я лутаю, блядь, тут. Притаряющие у меня появляются. Ты заставляешь наши булочки сжиматься. Ну, еще убьют Краймера сначала. Почему? Потому что ты на стреме. А где они, блядь? Хуй Дима, они уже, скорее всего, ушли. Да, мам, сейчас побегут. Наверное, ушли уже. Слева к нам придут, вот под... Наверное, да, они могли по берегу пойти, пока мы отпускали. Подложить, блядь, да. Вполне возможно. Краймер, короче, живи. Пиздец, хуярил. Так я у вас на крыше тут. Мы тебе просто говорим, живи. Да, живи, Краймер. Хорошо. Договорились. Блядь, а это зачем? Видишь кого-то? Краймер долбит. Убил. Отлично, минус он. Один килл всего. Но я вырубил достаточно людей, так что я заебись. Пацан ползет на 255. Иду. 255. Иду помогать. Блять, я его убью сам. Я его сам. Давай. А нет, он побежал, сука. Вижу. Вижу. Убил. 4 человека осталось. Да если что, под можно увазик трясти, короче. 3 человека. Я бегаю под вами. Угу. 3 человека. Трясти, ребят, если что. А это не те ли 3 человека, которые под нами были? Не, да. Мне кажется. Хотя может быть, блядь. Их нету, кстати. Бля, круг, кстати, на поле. Чего увазик выходите? Есть, можно как увазика встать. Уходи, я выше. Идти еще 3 секунды. Да как хуй. Почти на УАЗике буду кататься. Да зачем на УАЗике? Не надо. Я... Радуга, надо. Ты это его единица. Нет, да он... Да, у меня просто опытки нету, блядь. Не знаю. Тут она так нужна, блядь, уже, блядь. Да? Тяжело. Ну ладно, хорошо. Согласен. Бежи его. Попал. Попал. Надо два раза. Вижу, справа еще бежит. Ага. 240. Попал в него. Вижу. Убил. Хорош парень, блядь. Ебать, меня забрал.
А Дима сказал в начале матча, проверяйте, это победная. Я просто за самую победу. Здорово. Топ-1.